תראי, קודם כל אני אציג את עצמי. שמי יקי פלקסר, ואני צלם רחוב, אני צלם אומן, אוטודידקט, ואני סקרן. כשאני הולך ברחוב ואני רואה דבר כזה, אני לא עובר בלי שצילמתי. אני ישבתי בבית קפה בהרצל וראיתי אותה בחוץ. ראיתי אותה בחוץ וביקשתי ממנה אישור. אני תמיד מבקש אישור לצלם. ביקשתי ממנה אישור, היא הסכימה. צילמתי אותה המון תמונות. לקחתי ממנה את הטלפון, למחרת קבעתי אותה עוד פעם בבית קפה וצילמתי אותה עוד תמונות. הכרתי אותה, היא סיפרה לי סיפורים מדהימים ונהיינו חברים. איתה ועם בעלה, עם ודים, שהוא בכלל בן אדם מאוד מיוחד וגם היא מיוחדת. וכשטטיאנה ביקשה ממני להצטרף לתערוכה, אז צלצלתי אליה שוב ועשינו את הצילומים האלה, המיוחדים האלה, במיוחד בשביל התערוכה. מה יותר אופנה ממה שאתם רואים פה? כן, זהו. אז... הנה המודל אותנטי, מעניין, כריזמטי. הבאתי את המודל האורגינל לפתיחה של התערוכה. זה גם כן לא קורה הרבה בתערוכות. וזהו, התערוכה זכתה להשתדרג. כן, אבל באמת התמונות מאוד מרשימות. תודה רבה. ואני עכשיו רוצה כמה מילים עם טטיאנה. Теперь можно по-русски немножко, да, Татьяна? Что по-русски? Я прошу прощения, что вы так долго ждали. Да, пожалуйста, вот. Ничего. И но теперь, я не люблю ждать. Я понимаю, но вот у вас свой образ, да? Да, у меня всю жизнь свой образ. Вот расскажите. Значит, дело в том, что я учитель английского, но по жизни я артистка. Осторожно, я понимаю по-русски. Don't tell nothing on me. Of you, I love you, what I was there. Окей. У меня жизнь как кино. То есть, если бы я рассказала о том, что у меня было в жизни, можно было бы снять кино, но сейчас не будем. А можно какой-то эпизод или как? Можно много эпизодов. Нет, вот чтобы понять, ваше, как это сказать, видение всего. И хайпа, и мира. И ваш, вот вас. Мира, вы понимаете. Но мир. Не будем так замахиваться. Да, это вас. Мир. Как женщина, которая должна всегда женщина выделяться. Женщина должна, да? Всегда выделяться. Я понимаю, что я выделяюсь. Поэтому я слежу за собой. Я делаю мейкап час, одеваю час. У меня украшений, наверное, до 2000. Да. Вот таких 4. Вот новое украшение. Совершенно с выставки привезено для меня. Где вы берете украшения? В основном в кайфе. То есть это какие-то выставки? Да, в прошлом году я ездила на Украину, и там я купила Сваровски несколько вещей, то, чтобы здесь стоило в 20 раз дороже. Великие вещи мы украли. Вот. Ну и видение мое таково, что без того, чтобы я не привела себя вот как я хочу, и у меня очень много одежды, я не выйду, что бы ни было, я не выйду из дому. Вот у меня такая свое понимание женщины, моды, жизни. То есть мне здесь сегодня спросила пару человек, а вы актриса? Я говорю, да, я актриса в жизни. Я всегда актриса, каждую секунду актриса. Но это не значит, что я не люблю кого-то или что-то. Я все понимаю, я люблю, я могу... даже разрешить меня любить, но это, конечно, редкие мужчины, которые могут. Но не в этом дело. Дело в том, что я люблю жизнь, поэтому я так живу. Каждый день у меня праздник. Что бы ни было, даже если какие-то трудности, все равно по мне вы это не увидите. Скажите, сейчас вот насчет моделей. В общем, я думаю, уже проходит то время, когда модели, то есть должны быть вот такие худые, молодые, похожие один на другой. Как вы считаете, у нас даже был такой спор в Фейсбуке, меня забодали, потому что я пыталась вступиться, тогда было шоу полных женщин. Да. Я не считаю себя или вас полной женщиной, у нас свой мы сигнал. Мы рубинсовские женщины, да. Вот какие. Как вы считаете? Вот да. Так я считаю. Рубин писал таких женщин, как я. Поэтому я считаю, что такие женщины очень подходят для подиума, для демонстрации модели. У меня приезжает из Тель-Авива знаменитый дизайнер. Он шьет платье, но он
приезжает в Lancome и делает мейкап. И у меня есть фото, я потом вам дам. И он меня обожает. Он говорит, что он такого не видел. Это лицо, это кожа. И он после меня, как будто бы я не знаю. То есть, ну, мужчина, который понимает вообще в жизни. Я не разрешаю никому больше, только ему делать мейкап. И сама. А за счет мужчин? Какого мужчины? Ну, я понимаю, что возле вас мужчина. Я так понимаю, что он вас обеспечивает и, в принципе, выполняет так желание. Я думаю, так, иначе как бы вы вели такой образ жизни, о котором может мечтать каждая женщина, вообще-то? Ну, я сама прилагаю к этому усилия, понимаете? Откройте секрет, потому что не все умеют это делать. Они умеют никто. Дело в том, что я выискиваю вот эти вещи. Я хожу, ищу, я не покупаю дешевое что-то, я покупаю дорогое. Ну и вы должны нравиться и своему спутнику жизни? Моему спутнику я нравлюсь уже 40 лет. Мы расставались, он второй муж у меня. Мы расставались, потом опять мы сошлись 25 лет вместе. Я даже сыну его нравлюсь. Не только мужу. Вот я его скоро привезу сюда, и мы познакомимся. Он говорит, что он тоже меня любит. И вот у меня теперь дилемма. Что же мне делать? С кем же мне остаться? Ему 35. А моему мужу 60. Ну, во-первых, он хорошо выглядит, ваш муж. Да. Наверное, старается, и поэтому, ну, я не знаю, я сторонник консервативных решений. А, да? Ну, возможно, это мешает в жизни. Возможно, я не сторонник консервативных. Какой мужчина вас привлекает вообще? Какой? Есть этот образ? Во-первых, он должен быть стройным. Во-вторых, он должен уметь со мной обращаться. Все, больше ничего. Даже если у него нет денег, это мне. То есть он должен почувствовать, что вам нужно? Он должен понять, что я собой представляю, и об этом мне говорить 20 раз в день. О! Иначе он мне не нужен. Понятно. Что ж, Татьяна, спасибо. Я думаю, что мы еще встретимся, продолжим. Конечно. И вам большое спасибо.